сейчас курс валют, который на сегодня установил Национальный банк нашей страны. Американский доллар стоит так же, как и вчера, 186 тенге 5 тиинов. Евро довольно, так скажем, демонстрирует незначительное падение, 209,57. Российский рубль подорожал до 3,42. Стоимость британского фунта стерлингов сегодня 287 тенге 61 тиин. И курс китайского юаня 29,98.